Потеряв Тёрнера, мы остались без защитника. Клянусь, Хейзел, я хочу вернуться к тебе героем. Но теперь командир Пирсон, и я не знаю, вернусь ли. С Рождеством, Тёрнер. Тёрнер! Пирсон сделал этого паренька капралом. Что ты скажешь на это? Скажу, что ты все тот же мешок с дерьмом, Аэла. Не надо сейчас. За Тёрнера! За Тёрнера! Везучий сукин сын. Первый во всем. Продолжайте пялиться. Наслаждайтесь вечером, парни, потому что завтра, когда колонна выдвинется, вы будете оборонять ее на передовой. И Тёрнер вас защитит, нет! Полегче. Полегче? А, ты же теперь капрал. Вот и поглядим, как это легко. Давай. Дай только повод. Да, я так и думал. Шесть лет с ним служил. Шесть. С долбанным Рождеством. Колонна идет, и мы должны сделать так, чтобы она добралась до Рейна. Осталось только справиться с холодом и с Пирсоном. Что за сапоги, студент? Как новые? Ага, спер у одного резервиста, замерзшего до смерти. Если бы Пирсон не жадничал со снабжением, мне пришлось бы воровать. Ладно, хозяину они все равно были ни к чему. И куда делся наш сельский парень? Увидишь его, дай знать. Охренеть Рождество, да? О, да. Да. Вместо того, чтобы обниматься со своей девушкой в тепле, морожу тут задницу с вами, придурками. Вот черт, берегись! Аэла, за пулемет! Да, сержант. Сержант, есть плащи или одеяло? Как по мне, ты в порядке. Восточный блиндаж под обстрелом. Водоящик с патронами отнесешь им. Унесу ящик, а Ела останется ни с чем. Ну так цель здесь получше, черт вас дери. Всем привет. Вот такое вот Рождество. Ух ты, елочка. Кусочек. Отнесите ящик со снабжением, с боеприпасами, то есть. Как-то тут у них все грустно. Пачку сигарет. Сигареты. Сигаретки не найдется. Я смотрю, у них у всех дефицит с сигаретами. Там кто-то сказал, сигарета убьет тебя быстрее пули. Аптечка. Так. Сюда? Тут оружие лежало только что, я видел. Эй. О. Отлично. Патрон-то куда нести? Что-то я потерял. Сюда? И нет, не сюда. Да блин. Я потерял цель. Куда мне нести патроны? Вернись за линию, говорят. Значит, где-то здесь. Что нового? Да ничего, нет, я патроны несу, не знаю куда. Может, тебе патроны нести? Чем о! Что это тебя занесло в наши края? Я принес патроны, ребят. Ты погляди, настоящий старик Санта. Бросай под дерево. Нормально. Санта. Под дерево патроны. Шоколад, сухие носки. Черт, крауты на холме, впереди! Началось. Где ты там их увидел?
Вон они идут. Эх, да конечно нас не видят. Ребят, ну вот фига. Вот надо было вам их. Это все? Ищи других. Тормошить. А? Ах ты паразит. Давай, давай. Отлично стреляешь. Этот крауд к твоим не вернется. Как они прошли мимо 88-го? Ты бы сходил в штабную палатку. 123 метра. Хорошо, сходим. Да, как они прошли мимо патруля? Убили что ли их? У них тут связи нет, я так понимаю. Вообще ничего нету. Тряпки кровавые. Тут все совсем плохо. А чё, планшет? Да, планшет. Ну, такой, старенький. Несовременный электронный. А, капрал. Для вас есть кое-что. Это Говард. Приятно с вами познакомиться. Простите, не ожидал. Что, придется работать с таким инженером? Говард был в роте, что брала высоту. Вам дали сражаться? О, да. Даже умираю. Так, когда пойдет колонна, будет настоящий ад. Думал, подтянут резервы. Мы есть резервы. Нужно подкрепление с воздуха. Смотри-ка. Дэниелс только что вспомнил, что он капрал. Радио работает. Да, но помощь дать не стоит. У летчиков дел по горло. Ого. Осталось лишь проводить этих ребят до рейда. Да, если крауты не все мосты взорвали. Отличный настрой, Сусман. Припасы приехали? Какое у меня задание, да я так и не понял. Где мы? Берегись. Прощайте припасы. Быстро. Да я бегу, бегу, ё-моё, бомбёжка-то какая. А, перекрыли мне всю дорогу. Надень каску. Вроде бы все. Ты там как? Живой. Там штурмуют. Бдительность перед атакой. Нам надо найти Пирсона. Идем к Пирсону. Давай, 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 давай. Их танки на подходе, они отрежут нас! На старом КП есть радио! Вы прикройте огнем, а я его починю! Этот КП близко к врагу! Эй, ты теперь капрал, вот и веди себя как капрал! Ты же не думаешь, что мы пойдем туда с ним? Ты же из Квинса, что с тебя взять? А хоть бы и так. Эй, я из небоевых! Погоны отдал, чтоб быть здесь! Теперь шевелись, живо! Иди давай! Этот мир сошел с ума! Я тебе сейчас в нос как дам! Сделай это! Да, без проблем! Дэниелс, пошли! Крауты идут! Ай, блин! Радиостанции! Дэниелс, помоги мне достать радио! Ладно, идем помогаем. Достал! Она прострелена! Блин. Время! Нельзя их сюда подпускать! Легко сказать! Голову! Внимание на опушку! Да! Ты тут через поле! Прикройте! Ща! Ща! Со спины? Мы окружены! Это наш.
ты не умер, я тебе в голову попал. Тихо. Сейчас я шарнусь. Это наш, это наш. Давай, 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 давай. Бродяга Джо, бродяга Джо, это Deadwood White 5. Запрашиваю авиаподдержку. Прием. Распонял, Deadwood White 5. Авиаподдержка уже занята сопровождением бомбардировщиков. Время прибытия неизвестно. Прием. 509-й, это штаб. У нас экстренный запрос на авиаподдержку. Отводи свой отряд, как только достигнете места назначения. Распонял, штаб. Проводим бомбардировщики. Почему у меня... было две снайперки. Против нас идут зенитный огонь. Мы не принимаем, чтобы избежать зенитного огня. Ага. Держать строй. Будьте поближе к группу. Да, нормально, нормально. Все. Так, что у меня цель какая? Скорость увеличиваем, хорошо. Снижайтесь. Снижаемся. На 2 часа? Ага, вижу. Уйди отсюда. Это наш? Нет. Нет, 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 нет. Есть попадание. Так, чтоб не нагрелись сильно. Отличная работа! Этот крауз нас подбили! Нас подбили! Давай, 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 давай! Блин, зачем я управление изменил? Попадание из зенитки! Мне реально неудобно, я инверсию отключил. Хлобысь, пойдет. Где еще? Мы падаем, повторяю, мы падаем! Нас подбили! Отказ всех систем! Помогите! 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 Куда лететь? Алло! Алло! Левый штурвал заклинило! Теряем высоту! Офигеть. За что? Нас подбили!
где ты там? Давай, давай, разворачивайся. И... вот. Смотри, в кого стреляешь! Да я вижу, в кого я стреляю. Тут нет, тут еще кто-то стреляет. Мы падаем! Повторяю, мы падаем! Нифига ты какой шустрый. Отлично. Четыре осталось. Минус. Плечик. Ну, готов. Сейчас мы с тобой разберемся. Ну, чуть-чуть еще. Все, последний. Нет, не последний. Стоять. Вот еще один. Нифига, он втопил. Приближаемся к цели. Дайте место бомбардировщикам. Хватит трепаться. Равняйтесь на меня. Как-то легко штаб, было это очень. 509-й. Мы проводили бомбардировщики и готовы оказать авиаподдержку. Вас понял, 509-й. Вражеская пехота и бронетехника атаковали 9-ю бронетанковую дивизию. Прием. Бродяга Джо, бродяга Джо! Это Blackwood White 5! Нас теснят! Где чертова авиаподдержка? В Battlefield где было сложнее. Blackwood White 5! Авиация в 50 милях от вас. Прием. Танк, танк, танк. Там танк, там танк. Да-да-да, бежим, бежим, там танк. Там танк, я видел танк. Блин, ширнись хоть. Авиаподдержка летит! Мы столько не продержимся! Мы должны выстоять! Еще немного! Кто-нибудь займите пулемет! Какой пулемет? Дай птичку. А, спасибо. Как это делаешь? Через камни стреляет, подлец. На левой пошли. Бежим, 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 бежим. Блин, там нас обходят. Наш танк. Надеюсь, что нас наш. Блин, он сломался. Его уничтожили. Что вы хотите от меня? Убить? Сейчас убьем. Два осталось. Где? Вот он. Один. Еще один. Где еще один? Вот он. Ну как бы, я справился. Ты можешь мне сказать, где противники? Не докинул. Все? Да? Да? Все? Помочь нужно. Все будет хорошо!
Не, в другую сторону. Давай, давай, давай. Держись, дружище! Я ж тебя убивал. Немцы! Все внимание на опушку! Мне нужна аптечка! Крауты могут вернуться в любую Бросай. Секунду! Да? 198 патронов. Где-то танк едет, да? Да, вон он. Три танка. У меня вопрос. А нафига я тут? Что за мясо? Авиаудар. Удар. Давай, давай, бомби, бомби, бомби. Отлично. Давай еще одного. Все, уничтожил? Да. Все в порядке? Уходим. Персонал пошли. Что-то как-то это... Так точно! Тогда и нас накроет! Слишком близко! Бежим, 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 бежим. Давай, давай. Блин, у меня одни снайперки. У меня реально одни снайперки. Ладно, ползу. Там танк, правда, какой-то ездит, стреляет. Там кровь. Ой-ё. Здравствуй. Пистолет-то танк не возьмет. Все целы? Погоди, у меня в ушах звенит. Не чувствую руку. Это я на весь сижу. Худшее Рождество. У меня вопрос, капитан. Давно уже Пирсон слетел с катушек. Это не ко мне вопрос. Он, небось, получит медаль. Ну, было неплохо. Нам повезло, что мы живы. Пока. Дэниелс, веди краутов куда следует. Да, сэр. И давай пошевели. Я уже видел этот взгляд. Это было перед самым Кассерином. Теперь мы сами за себя.
Немец, сдается. Как Пирсон не старался нас угробить, мы все-таки отстояли колонну. Наступление противника остановлено. Тернер гордился бы нами. Да уж. В любом случае, прикольно. Ждем. Ждем, когда уже игра закончится. Я думаю, просто чувствую, что игрушка закончится просто отменно. Посмотрим. Давайте.